Интересные факты. Всем привет! Практически все мировые религии признают бессмертие души. Многие из них не отрицают и того факта, что душа может вновь обретать физическое воплощение в новых жизнях. Правда это или нет, сказать сложно. Но вот история о людях, которые помнят свои прошлые жизни. Смотрим. Мальчик, который нашел своего убийцу. В одной из семей друзов, близ границы Сирии и Израиля, родился мальчик с вытянутым красным родимым пятном на голове. Когда ребенку исполнилось 3 года, он неожиданно заявил своим родителям, что был убит в прошлой жизни в одной из деревень неподалеку. Кроме того, мальчик вспомнил, что его прошлая смерть наступила от удара топором по голове. В тех местах принято верить в переселение душ, поэтому родители тут же отправились в указанную мальчиком деревню. Приехав, он сразу же указал старейшинам дом, в котором он якобы жил в прошлой жизни. А местные жители подтвердили, что в этом доме действительно жил одинокий мужчина, который пропал без вести 4 года назад. Это удивительно, но мальчик не только безошибочно назвал собственное имя, данное ему при рождении в прошлой жизни, но и вспомнил фамилию и имя своего убийцы. Он привел людей к месту, где было погребено его тело, а неподалеку было найдено и орудие убийства – топор. Жители деревни подтвердили, что на том самом месте действительно обнаружили скелет мужчины с ранением в голову, которое в точности совпадает с родимым пятном мальчика. Под тяжестью всех представленных доказательств, убийца сознался в своем преступлении. Девочка нашла свою дочь. Эта история случилась в 70-х годах прошлого века в Западном Берлине. 12-летняя Елена Меркарт попала в больницу с серьезными травмами после катастрофы. Ее состояние было крайне тяжелым. Прошло немало времени, прежде чем однажды утром Елена очнулась, но, к удивлению присутствующих, она заговорила на чистейшем итальянском, которого раньше не знала. Она утверждала, что зовут ее Розетта Кастельяни, что живет она в городе Навето, недалеко от Падуи, в Италии. Говорила, что родилась 9 августа 1887 года. А затем неожиданно воскликнула: «У меня 2 детей, Бруно и Франца, они меня ждут. Скажите господину врачу, что мне нужно вернуться домой». Поначалу все решили, что это все последствия травмы мозга, которая и привела к навязчивым фантазиям и бреду. Но объяснить, почему девочка стала говорить по-итальянски, никто не мог. В сопровождении прессы все отправились в Навету, где в старом приходском регистре нашли соответствующие записи. Оказалось, что девочка по имени Розетта Теобальди действительно родилась 9 августа 1887 года, а 17 октября 1908 года вышла замуж за Джина Кастельяни. В тех же записях был найден адрес, по которому она жила и где умерла 17 октября 1917 года. Когда они пришли на указанную улицу, Елена уверенно указала на одно из зданий и сказала: «Вот мой дом». Она не ошиблась. Дверь открыла дочь Розетты. 12-летняя Елена узнала ее и воскликнула: «Вот моя дочь Франца». Вторая семья. Следующая, не менее интересная история произошла в китайской провинции Хайнань. Мальчик, получивший при рождении имя Тан Цзяншань, поразил своих родителей, когда в возрасте 3 лет, едва научившись говорить, заявил им, что он не их сын, и что на самом деле его зовут Чэнь Минадо. Он очень подробно рассказал о том месте, где он жил раньше, назвал имена своих прежних родителей и вспомнил, что погиб во время революционной смуты от выстрелов и сабельных ударов. И действительно, на животе ребенка были родимые пятна, напоминающие шрамы. Место, о котором говорил ребенок, было недалеко, и когда мальчик немного подрос, родители решили съездить туда и выяснить, что и как. Оказавшись на месте, Тан без труда нашел свой старый дом, а войдя в него, он узнал своего прежнего отца и представился как Чэнь Минадо. Саньде, прежний отец мальчика, долго не мог поверить в чудо, но Тан рассказал о таких подробностях, о которых никто, кроме него, не мог знать. С тех пор у Тан Цзяншань появилась вторая семья из прошлого. Астма из космоса. В 1998 году
дипломированный врач-гипнотерапевт Эллен Биллингс в интервью журналу UFO Magazine рассказала об одном необычном случае из своей практики. Несколько лет назад к ней пришла женщина с тяжелой формой бронхиальной астмы, на что у нее аллергия никто не мог понять, и Эллен предложила ей отыскать причину в ее прошлом. Женщину подвергли глубокому гипнозу. Пациентка побывала в своей юности и детстве, вплоть до младенческих лет. Но найти причину болезни им так и не удалось. Тогда они решили зайти еще глубже в подсознание, чтобы заставить ее вспомнить ближайшую из прошлых жизней. И вот эта женщина увидела себя на борту межзвездного корабля. На уточняющий вопрос Эллен, действительно ли мы оказались в прошлом, она ответила утвердительно. Тогда ее спросили, является ли она жительницей Земли, и женщина ответила «нет». В той жизни она была бортовым врачом космической экспедиции. Внезапная авария на борту привела к разгерметизации отсека, в котором она находилась. Женщина задохнулась. В этом и крылась причина болезни уже в настоящей жизни. По словам Эллен, с тех пор ее клиентка с каждым днем стала чувствовать себя все лучше. А вскоре астма практически полностью исчезла. В нашем доме так не кормят. Мальчик по имени Бишем Чанд родился в 1921 году в небогатой индийской семье из города Барели. С самого детства он был буквально возмущен тем местом, в котором он родился. Едва научившись говорить, он стал заявлять, что в его доме так не кормили даже прислугу. Мальчик требовал роскошной еды, отказывался носить хлопковую одежду и говорил, что привык ходить только в шелковой. Мальчик часто рассказывал о своей богатой семье из города Филбехт, в которой он якобы жил раньше. Дальше больше. В 8 лет Бишема застукали за распитием бренди из домашнего серванта. На возмущение родителей он ответил только, что бренди очень плохой и в его доме такое не употребляют. Серьезным расследованием слов мальчика никто не занимался, пока однажды Бишем не сказал: «Я помню, что у меня была женщина по имени Падма. Когда я увидел ее с другим, то взял ружье и пристрелил этого мерзавца». Тогда местный прокурор отправился в Филбехт и выяснил, что там действительно живут богачи по фамилии Нараян. А об их развратном сыне Лакшми был наслышан весь город. Оказалось, Лакшми Нараян, кем и считал себя ребенок, на самом деле путался с местной проституткой Падмой. Он считал ее своей собственностью и однажды застрелил мужчину, выходившего из ее комнаты. Семья замяла дело, но Лакшми умер естественной смертью всего через несколько месяцев после того инцидента в возрасте 32 лет. С тех пор прошло всего 8 лет. Свидетели настаивают, что обман в этой истории исключается, так как семья Бишема Чанда ничего не могла выиграть от сближения с Нараянами, так как после смерти Лакшми те быстро разошлись. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!